Друзья, всем привет! Сегодня 26 число на календаре. Вчера прошла очередная игра нашей сборной, и не совсем были приятные результаты. Так вот, сегодня у нас будет заезд. Давно не было заезда, гоночек, вы спрашиваете, где? Вот. И смотрите, кого я вам сегодня привел. Новая Камри с двигателем 2,5 литра. И все та же моя старенькая Mazda 6, мой черный Волк. Вот сегодня в этом видеоролике мы проверим, кто же быстрее, насколько хорошо поедет Камри по сравнению с моей Маздой. В общем, сделаем дружеский заезд и узнаем динамику до первой сотни, после сотни. Все будет в этом ролике, не переключайтесь. Поехали! Друзья, если вдруг вы занимаетесь спортом, увлекаетесь спортом, разбираетесь в спорте и при этом хотите заработать, букмекерская компания MostBet передает вам привет и приглашает сделать ставки через них. Ссылки ждут вас в описании. С вашего позволения я слегка затонируюсь, потому что солнце светит прямо в лицо, чтобы не щуриться как мышь. Друзья, напоминаю вам, Mazda 6 2015 года, 150 лошадиных сил, 2 литра двигатель, 210 крутящий момент, 19 колесные диски, заправляю его только 98 бензином, вес автомобиля по документам 1450 килограмм. Всю остальную информацию я рассказывал, когда мы делали заезд с Toyota Camry предыдущего поколения. Ссылочку оставлю в описании, кому интересно, посмотрите. И обратите внимание на нашу новую Toyota Camry. Номерочек, возможно, вам будет знаком, но это машина брата того самого владельца, с кем мы заезжали. И вот сегодня у него, так сказать, будет возможность ответить за брата, скажем так, да, друзья. Все идет у нас в дружеской форме. Смотрите, 2,5 литра, 181 лошадиная сила, 230 крутящего момента. Это все тот же самый двигатель, работает он в паре 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вес автомобиля по документам 1555 килограмм. Колеса у него идут 18-е. Заправляет его владелец 95-м бензином. Автомобиль прошел обкатку, соответственно, есть все возможности для того, чтобы сразиться. Клиренс у данного автомобиля 155 миллиметров. Ну, мы уже смотрели, делали на нее обзор. Двигатель с ресурсом 300+, выпускается он с 2008 года. Здесь, по сути, говорить больше нечего, нужно отправляться на заезд. Но, пользуясь эфирным временем, я хочу немного затронуть тему и обсудить предыдущий видеоролик Chevrolet Cruze. Значит, чего я там только не читал. На видео у нас был автомобиль с двигателем 1,6 литра, 113 лошадиных сил по документам. Когда мы делали обзор, я вам прям выводил отчет полный от нашего спонсора Автокода, и там было все это написано. Тем не менее, нашлись люди, которые сказали: это дичь, ты не выучил, ты не подготовился, да это же вообще 1,8. Представляете, люди пишут то, что я разбираюсь, у меня такая же машина, похожий двигатель 1,8. Важно, самое главное, подчеркнуть 1,8 похожий. Но никак 1,6. Многие писали 115, 116, 122, 124. В общем, каких предположений только не было. По факту, я вам говорю, 2009 года автомобили с двигателем 1,6, они там выпускались немного разные, доработанные слегка. То есть принципиальных прям различий особо нету. С коробкой автоматической покупать не стоит, но это реально дрова. Вот даже сейчас на заднем фоне у нас есть автосервис, и по счастливой случайности вон там торчит жопа какого-то Круза. Что с ним делают? Ну, я не думаю, что это какое-то плановое техническое обслуживание. Наверняка что-то там ему латают. Поэтому, когда вы высказываете ваше мнение в комментариях, вы прежде чем что-то отправлять, тоже прочитайте. Я автолюбитель, вы автолюбители, все мы можем ошибаться. Друзья, надо читать внимательнее и учить. Я делаю то же самое. Стоя возле капота новой Камри и упустить возможность разочек-то посмотреть, как он закрывается, ну, это будет как минимум некрасиво. Итак, вот мы приехали на нашу финишную прямую. Друзья, самое главное, на первом месте у нас всегда безопасность. Поэтому не переживайте, весь поток мы в первую очередь пропускаем, и потом мы разгоняемся. Разгоняемся мы в пределах разумного, никаких 200 у нас не будет. От 100, может быть, чуть-чуть побыстрее поедем. С одной целью сравнить, кто же едет быстрее и как будет уходить автомобиль после 100 километров. Делайте ваши ставки прямо сейчас, пишите в комментарии, как вы думаете, что будет там до 100, какой результат после 100. Ну а после этого, буквально через 3 минуты, вы уже сможете убедиться в ваших предположениях. Если бы вы спросили, ну ты сам как думаешь, какой результат будет? Я думаю, до первой соточки мы еще поборемся, но вот после 100, вероятно, будет у него уход. Итак, мы выходим сразу на финишную прямую, особо здесь не тянем. Готов? А? А? Вот это хорошо. Вот это хорошо. Соточка. Ребята, соточку разменяли, идем вместе. Оттормаживаемся. Выехала машина, но вот это поворот. Что скажете? С 0 до 100 мы реально шли нос к носу.
Нос к носу, ребята. Я не включал никакой спортивный режим. Мне понравилось. Сейчас мы проверим еще раз, что будет дальше. Так, мы едем 50. 50, так, ну 40-45. Так. 100, ребят. Я его держу, ну как держу, он начинает потихонечку уходить. 120. Жму в пол, 140. Ну вот, посмотрите, отрывается, отрывается, но не прям вау. То есть я его реально держу. Все, вот мы останавливаемся, примерно мы оттормаживаемся на скорости 130-140. Разметка вот очень хорошая, плотная. И я, соответственно, когда стартовал, чуть-чуть на нее заехал. Мне кажется, что маленечко я прошлифовал. Ну посмотрим, посмотрим, в оправдание, не в оправдание, проверим. Готов? Так, вот сейчас я в режиме спорт еду. Ребята, сотку мы разменяли. 110, 120, 130, 140, 150. Вот на 150, смотри, вот началось, 160, 170. В общем, дальше мы уже летим. И я его даже с горочки-то немножко дергаю, смотрите. Ну реально вровень идем. Дальше нет смысла, уже скорость большая, но идем реально вровень. Парни, я в шоке. 2 литра, кто-то сейчас 100% скажет, ага, 98-й бензин у него. А у него 95-й, обычный, без присадок, безо всего. Мне, конечно же, давали советы, подсказки, мол, вытащи колесо запасное, слей бензин, слей масло с двигателя, слей масло с коробки, сходи в туалет, все сделай, машина будет легче. Юмор, юмор, естественно, но я впечатлен результатами. Я очень впечатлен. Мы едем 50, примерно, ровно. Так, я со спорта. Закрываем окно. Да ну брось. Да ну не поверят. Смотри, держится прям вровень, прям с нами идет. Чуть я его на пол кузова его. Вот, смотри, 130, и вот он пошел. Вот он вылазит. Вот он пошел, да? Вот со 130, то есть здесь уже все. Литраж, силы. Но при этом все, смотри, я его тупо держу. 170, я его держу, блин. Все, мы оттормаживаемся. Смотри, даже оттормаживаемся вровень. Друзья, и сейчас мы делаем финальный заезд. И сейчас будет сигналить водитель. Я также оставляю режим спорт. Возможно, многие скажут, ага, читер, читер. Ну, как есть, пусть. Давай, ты на счет 3. Да стартуем-то мы ровно. То есть нет такого, что водитель камбри не жмет. Все, он жмет, все, он первый нажал. Просто у них коробка настроена по такому принципу, что она сама по себе немного тормозит. Вот 140 мы идем. Ну и что? 2,5 литра новая камбри. То есть держу я ее, а сейчас, смотри, с горочки, так я и вовсе буду ходить, да, смотри, 170. Все, я прям полетел вперед. Итак, друзья, мы приехали в замечательный сосновый лес для того, чтобы подвести результаты. Ну, волк, ну, волк, оправдал ты мои надежды. Честно говоря, я даже не думал, что будет такой результат. Был уверен, что 2,5 будет уходить после 100 прям уверенно. Ну, максимум я бы там держался до первой сотки, но то, что вот так... Что мы, по сути, вровень едем, это очень круто. А что скажу в защиту Камри? Ну, чисто мое личное мнение. У автомобиля пробег сейчас примерно 3000 километров. Автомобиль уже, по сути, обкатан. Но кто-то может сказать, а, 3000, еще мало под хвост давали. Ваше мнение вы можете высказать полностью в комментариях. Просто иногда бывает такое, то, что люди делают обзоры на автомобили, автомобили с пробегом 50-100 километров, и они не могут ехать в паспортный разгон, а люди говорят, да блин, это никак не влияет. Вот вам прямой пример. Уверен просто вот на 100%, что найдутся те люди, которые скажут, вот если бы я был за рулем, я бы там все порвал бы, до 300 разогнался бы. Весь результат вы видите сами. Мы постарались разогнаться вровень, то есть сегодня нет никакого ветра. Температура воздуха на улице примерно 25 градусов, хороший асфальт, резина прогрета,
То есть, ну, вот так вот получилось. Еще со мной был, получается, наш оператор. Друзья, вот таким получился этот видеоролик. Если вы хотите принять участие в заездах, приезжайте, я всегда открыт. Лучше, конечно, время согласовать, потому что вот именно с временем самое тяжелое. Сегодня я считаю, что победила дружба. 2,5 литра, новая Toyota Camry. Mazda 6 2015 года, 2 литра. Как вы видите, на деле, ну, машины поехали, по сути, плюс-минус одинаково. В общем-то, здесь сказать больше нечего. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, подписывайтесь на сам канал. До новых встреч, всем пока-пока.